временем городские власти решили выделить деньги на ремонт Северного шоссе и Енисейского тракта. Правда, не из-за жалоб жителей, а после того, как во время обследования специалисты нашли там опасную колею. Это одни из самых загруженных магистралей Красноярска. По словам чиновников, асфальтом изношен больше, чем на других городских улицах. В этом сезоне сделают так называемый поддерживающий ремонт. В некоторых местах рабочие снимут асфальт, выровняют дорогу и затем закатают заново. Также в планах укрепить откосы. Они пострадали от дождей. Заменить люки и ливневок и укрепить колодцы. Кроме того, обновят остановки, дорожные знаки и разметку. Работы закончат до конца октября. На ремонт потратят 38 миллионов рублей.